Приветствую вас. Мне кажется, что ваш вопрос больше такой про неуверенность, некоторую неуверенность в себе, про неуверенность в том, как вести себя в отношениях. Вот. Мне кажется, что ваш вопрос про некую такую, знаете, как бы, про некоторую тревогу в отношениях. То есть, вот, ну, то, что вы вот чувствуете тревожность в отношениях, то, что вы в какой-то степени ощущаете себя в отношениях вот неуютно, то, что вы ощущаете себя в отношениях как-то не в безопасности, вот, то, что вы можете там условно там чего-то бояться, вы можете там условно чего-то опасаться, вот, ну, находясь в отношениях, Вот, и, соответственно, пытаетесь себя как-то защитить. Ведь на самом деле, как мне кажется, абсолютно не важно, кто пишет первый, вообще не важно, кто пишет первый. Гораздо важнее, кто, наверное, хочет писать. То есть, если девушка хочет написать, ну, замечательно, если мужчина хочет написать, замечательно. Я не очень понимаю, почему нужно подобное, да, превращать в какую-то историю про дашь на дашь. Вот. И, соответственно, вы спросите себя, как бы, что вы транслируете в отношениях. То есть, если вы хотите отыгрывать роли, ну, это одно. Если вам хочется там именно роль отыгрывать. Вот. Если вы все-таки стремитесь к искренности, откровенности, живости, многообразию, то мне кажется, совершенно не важно, кто первый. Кто первый, кому пишет. Вот. Поэтому я думаю, что это очень важный момент. Поиск же виноватых. Вот. Ну, вот именно поиск виноватых, мне кажется, приведут, ну, ни к чему хорошему не приведут поиски виноватых. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь вы пытаетесь, ну, в каком-то смысле найти оправдание, подкрепление тому, что вам
ну, тому, что вам хочется. Такой вот история. Такая вот история просто. Такая вот история. Поэтому я думаю, вам ответить можно примерно так, вот, ну, примерно таким образом вам можно ответить с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Это то, что я хотел вам сказать. Что еще важно? На каких основаниях вы строите свои отношения? Потому что у меня, например, сложилось такое вот впечатление, да, что вы выстраиваете свои отношения вот с теми же мужчинами. Вот. На основании очень такой тесной гендерной модели. То есть я веду себя исключительно как не знаю, девушка, да, и все, как женщина. Вот. То есть здесь у вас идет дифференциация именно по половому, так сказать, признаку. Вот. Я не знаю, насколько это может быть хорошо для вас. Вопрос, пожалуй, в том, насколько искренне вы себя в этом ощущаете, насколько вы себя искренне чувствуете в этом. Такой модель, такой парадигме, насколько вы себя искренне ощущаете, насколько вы себя, ну, свободно ощущаете в этот момент, да? Вот, это важно, на самом деле. Вот, но если вы выбираете такой путь, да, если вы выбираете вот такой путь, к примеру, то мне кажется, здесь очень важно доверять себе. Ну, то есть в том смысле, что, например, если вы считаете, да, что женщина там не должна писать первой и т.д. и т.п. Вот, ну, значит, такой ваш выбор, и вы за свой выбор, условно говоря, отвечаете. Что мне, в принципе, кажется вполне логичным, вполне нормальным. Вот. Вы отвечаете за свой выбор, вы отвечаете за свои действия и, соответственно, получаете определенные последствия своим действиям, да? Вот. Что, опять же, мне кажется, вполне закономерным, вполне логичным. Вот так, чтобы, последствий не было, да, или там, чтобы, ну, как-то вот смягчить последствия, ну, не получится, потому что если вы в отношениях ориентируйтесь на себя, да, если вы в отношениях ориентируетесь на то, что хочется вам, то так или иначе будут недовольны
Вот, будут люди, которые, ну, просто не согласятся с вами, да. Вот, те, кто, ну, считают вашу позицию неверной, те, кто скажет, что да, нет, я так, ну, там, условно, так не хочу, там, ну, и так далее. Вот, это их право, их выбор, но ваше, да, повторюсь, то, что в вашем случае важна вот именно ответственность. Вот. И если вы эту ответственность на себя берете, то все нормально. Вот. Поэтому здесь все зависит исключительно от ситуации. Вот. То есть здесь все зависит исключительно от того, чего вы хотите, какие цели вы преследуете в отношениях вообще. Ну, условно, там, чего вы хотите в отношениях вообще. Вот, что вам нужно в отношениях вообще. Вообще. Вот. И уже, исходя из этого, можно будет о чем-то говорить. Исходя из этого, можно будет уже что-то разбираться. Вот. Я бы для начала, вот именно для начала, я бы обратил ну, ваше внимание, да, на то, как вы себя чувствуете в отношениях. То есть как вы себя именно ощущаете. Хорошо ли, или не очень хорошо ли. Вот это важно, мне кажется. И эти чувства, которые вы, ну, условно говоря, эти чувства, которые вы испытываете в отношениях, в том числе, да? Мне кажется, вам нужно, надо бы постараться выразить с человеком. То есть как-то вот, условно говоря, там, направить их, свои чувства, направить в контакт, во взаимодействие с человеком. Вот, ну, просто поделиться с ним вот тем, что вы тем, что вы ощущаете, к примеру. Вот, и, соответственно, уже, исходя из этого, как-то действовать, чтобы вы получали какую-никакую живую обратную связь, чтобы вы видели, как человек, там, условно говоря, там, к вам относится, например, да, вот, как человек вас воспринимает, например, да, ну и так далее, и так далее. То есть вариантов здесь, в принципе, хватает. И дальше уже как-то все будет понятно. Вот дальше вам самой, возможно, будет даже проще, вам самой будет даже легче, потому что сейчас вы пытаетесь с разумом это все понять, осознать. Вот. Это, мягко говоря, означает постоянную тревогу,
Кстати, может быть, продолжение того, что вы чувствуете, как бы так, фоном, да? Ну, может быть, я не знаю, может быть, вы себя так чувствуете, может быть, нет. Тут я не берусь утверждать наверняка. Вот, но, тем не менее, факт остается фактом. Чем быстрее вы получаете обратную связь от человека, чем быстрее вы выражаете свои чувства человеку, да, чем, ну, качественнее вы это делаете, полнее вы это делаете, тем лучше для вас. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.